Всем привет! Вы на канале Две Сестрички. Это вторая часть. В первой части было условие конкурса, новогоднего конкурса. А во второй части мы будем смотреть, что в этих пакетиках. Сначала объясняю. Это второе место, а это гран-при. Гран-при — это самое-самое высокое место. Здесь больше подарков, на два подарка больше, чем тут. Но все равно везде подарки клевые. Извиняюсь, у меня немного прихрип голос. Да ничего страшного. Значит, первые подарки. Это мыльные пузыри, не совсем новогодние, но на лето можно их сохранить. Кстати, мыльные пузыри можно надуть на холоде, и они застынут, и будет такой ледяной шар. Я делала зимой, очень красиво получается. Так, следующее — это неизвестный подарок. Вот так он выглядит. Неизвестный подарок. Может узнать, что это за подарок, только победитель конкурса. Резиночки для плетения. Самодельный блокнот. Это как бы обычный блокнот покупной. Я его сделала сама. Это бархатная бумага. Вот, он расстегивается и застегивается, чтобы не расходился. Значит, я оставила автограф «Две сестрички». Вот здесь у победителя будет мой автограф. И это моя волшебная страничка. То есть вот этой зубочисткой можно нацарапать здесь хоть что, но только оно не стерется. И вот это специальный кармашек для этой зубочистки. Я сделала только, к сожалению, одну такую страницу. Почему, я не могу сказать. Вот такой вот блокнотик. Мне нравится то, что здесь. Вот это. Короче, вот это. Следующий подарок. Это... Вот, не могу достать. Это помада. Но необычная помада. Это гигиеническая помада. На маслах. Этих как... Короче, на маслах. Я забыла, на каких. Коко. Это моя мама купила в Таиланде вот такую помаду. Она сама желтого цвета, потому что натуральные масла. Я сама пользуюсь такой помадкой. Она очень жирная, и если у вас обветренные губы, как у меня, то вот эта помадка именно для вас. Она не сушит губы, она на натуральных маслах. Кстати, у меня в точь-точь такая же она. Вот здесь в шкафчике лежит. Прям в точь-точь такая же. Но это, конечно же, не моя помада. Это новая помада. Я такой помадкой не пользовалась. Вот такая вот помада. Я реально не помню, на каких она маслах. Так, следующее — это арбизы. Пакетик арбиз. Вот такие вот арбизики. И мыло, ароматизатное мыло. Вот такое вот мыльце, банан. Вкусно, реально пахнет бананами. Это моя мама тоже привезла с Таиланда. Теперь приступаем. Здесь 7, а здесь 5 подарков. Приступаем к вот этому. Вот этот пакетик красивее того, но второе место — это как бы... Надо тоже как-то постараться. Новогодняя открыточка от меня. Так, я автограф, вот, оставила свой автограф. Автограф «Две сестрички». Пузыри. Похожие подарки. Вот такой карандаш из древа. Ой, дерево, тьфу, древо уже. Очень красивый, его можно куда-нибудь повешать. У меня, кстати, вот здесь на полочках висит такой карандашик. Так, так. Секретный вкуснята-подарок. Вкуснята-подарок. Секретный вкусной. Вкусняшка просто там подарок. Тоже опять секретный подарок. Вот такой конвертик. И еще один секретный подарок. Да, вот, все я подарки теперь показала. В общем, ребята, главное посмотреть первую часть, чтобы понять, какие условия.
В этом видео я не буду говорить, что за условия вы должны посмотреть первую часть. Ну а вы давайте подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. Всем пока-пока-пока! Пока.